доброго дня! В Славутич нарешті прийшла весна. Та ми маємо гарну можливість поспілкуватися зі славутичанином. Колишніх славутичан, як ми знаємо, не буває, з Марком Баришевським. Да, здравствуйте, мене звати Марк, фамілія Баришевський. Працюю вже около 10 років в зоні відчуження в качестві гіда, сопровождаючого, ну і отчасти організатором многих туров з різних стран. Ну, у зв'язку з пандемією, ви самі розумієте, що наплив туристів дуже маленький в прошлом году, в этом году ще поки не ощутили всей маси, і, я думаю, вряд ли ощутим. Касательно 2019 года, я хочу сказати, вот в сумі було где-то около 150 тисяч чоловік в зоні відчуження. Це по більшій частині іностранці, ну і, звісно ж, наші українці теж приїжджають. В кількості 2019 года я можу сказати, где-то около 80-100 групп у меня точно было. Может, даже больше, я не считал. Но в основном я провожу в месяц где-то от 15 туров. От 15 туров, может, даже иногда до 20. То есть, как получается. Відомо, у вас є така волонтерська діяльність. Дуже багато людей похилого віку і різних людей залишилися мешкати в зоні відчуження. Як взагалі виникла така ідея їм допомагати і хто може долучитися до цього проєкту? Ну, на самом деле, каждый человек может присоединиться к этому проекту. Я думаю, помимо нашей волонтерской деятельности, еще есть люди, которые помогают. Да, и очень много, и чуть ли не там не каждый месяц приезжают, помогают. И вообще, это часть тура. Это, то есть, определенный маршрут, по которому мы ездим. Да, там двух-трехдневные туры есть, существуют, многодневные туры. Вот. Им можно в один из дней поехать навестить какую-то бабушку. Они живут глубоко в деревушках, да, зона отчуждения, вы знаете, очень большая, очень много разбросанных деревень, ну и по большей части они живут все, ну не по большей части, а все живут в 30-километровой зоне, то есть в 10-километровой зоне никто не живет. Вот, и как-то вот так возникла у нас идея где-то в 16-м, по-моему, году, я очень тесно познакомился с одной фирмой на промінюванні ПЛ, вот, и они начали вот эту вот волонтерскую деятельность. Изначально мы привозили маленькой машинкой, запакованной просто как цыгане полностью, там негде было сесть, куча продуктов, куча там провизии, там даже одежда, носки, те же вот лампы, там, знаете, вкрутить бабушки, то есть уже полезная вещь. Вот. И это как-то все минимально выглядело, и им это было недостаточно. Вот. И потом мы постепенно, там, вот, с 2017 года начали уже более компактно так привозить. Пошла реклама. Помощи самоселам, да, то есть со всей Польши собирали люди деньги. Вот, чтобы, ну, конечно, мы потом это все показывали, как это все происходит, как это закупается. Даже люди свои вещи, то есть новые вещи покупали и давали в качестве помощи, то есть в Україну та привозили, да. А взагалі ми можемо казати, яка кількість наразі цих людей, скільки їх взагалі проживає в зоні відчуження? По офіційним даним адміністрація нам предоставила інформацію, где-то около 99 чоловік, по-моєму, вже осталось, потому що от в прошлом году умерла около 7 самоселов. Это очень-очень жаль, конечно, мы их даже знали, вот как с вами вот говорю, с бабушками. Конечно, средний возраст самоселов от 80-85 лет, сами понимаете, уже годы берут свое, да. Я думаю, что, конечно, гораздо меньше вот этих вот настоящих самоселов, вот, которые вернулись после аварии и которые действительно там проживали, а не как сейчас многие там. Ну, я не буду говорить на 100%, но делают там какие-то себе пропуска, да, и живут как самоселы. Ну, есть такое, я слышал, по крайней мере, я не могу это подтвердить, но я слышал. А які саме ці села, їх назви, де вони мешкають і що є в першу чергу необхідністю, якщо люди будуть мати бажання допомогти їм? Сел не так уж и много. Самое основное – это центр зоны отчуждения, это Чернобыль город, да? В котором все происходит, вот администрация зоны и прочие предприятия, да. То есть там основная масса самоселов проживает. Почему? Потому что есть магазины, очень близко. Старый человек может пройти себе пешочком, да. Если что, там попросить что-то у администрации, они им обязательно... Есть люди, которые занимаются самоселом, не так, что бросили их и все. Есть там пару человек, по-моему, которые там привозят провизию тоже там. Еще есть три населенных пункта, так называемых. Один – это Парышев. Вот, там проживает всего лишь одна бабушка, к сожалению, два самосела вот, буквально в прошлом году умерло. И есть деревушка Теремцы, она находится прямо на границе уже 30-километровой зоны, очень чисто, там всего лишь, по-моему, 8 до 10 микрорентген в час в среднем. Вот, если в Славутиче 17, то есть вы понимаете, да? Куповатая – это третья деревушка, в которой вот, еще проживают, по-моему, около 10-11 самоселов. Вот. Что им нужно? Ну, вы понимаете,
Когда на человека смотришь, и он говорит простое слово, обычное «хлеб», вот, я просто в шоке. Даже мои вот приятели из Польши, они вообще в шоке в таком, что вот раз в месяц приезжает мобильная бригада, да, и привозят им, то есть они там заказывают, у них есть мобильные телефоны, они уже там нормально все. И они звонят, говорят, мы заказываем вот то-то, 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 вот нам привезите, пожалуйста. Они сразу им с пенсии раз в месяц привозят, то есть всякие там аптечки мы им привозили последний раз, да, они очень благодарили, таблетки. Я, вы знаете, очень много у меня сейчас контактов, каждой бабушке, там дедушке есть, и они мне звонят периодически, спрашивают, вот можешь ты нам привезти, даже вот не в связи с этой акцией, а даже вот в туре с какой-то вот группой. Там все рядышком на находятся, они там все соседи, там дружат, как бы собираются по вечерам, то есть им скучно. Ну, и еще основная проблема, это им не с кем поговорить. Вот. Ну, для них такая радость, когда мы приезжаем, просто видишь, там искрится прямо в глазах это все. Добрый день. Добрый день. В прошлом году мы до вас приезжали. Да, да, спасибо. Господи, хай вам Господь помогает. Я познала. Да. Ой, мої красиві. Так, нові, бо я пам'ятаю, що пані ма тут і тачму посклеяні, поскренцані. О, може пані спробує. Мокре трошки від дещу. Ой, браки гарненькі. Це і так... м'якенькі він так трохи наче. Да, вот, спасибо. Пам'ятаєте нашу прошлогодню фотографію? Давайте світ включу. А у вас світ не працює, да? У нас нема, в мене нема світу. Коли планується найближчий виїзд до цих людей? Чи будете долучатись до акцій, які плануються до 35-х роковин? Я думаю, да. Во-первых, мы, конечно, будем навещать еще самоселов, ну, так, частично, потому что не будет на это времени, к сожалению. Мы перенесли немножко нашу акцию, еще одну, на лето, потому что мы сейчас хотим не один раз в год делать такую массовую акцию, а два раза в год. Это первое. Второе, по поводу самой годовщины, ну, есть определенные моменты, это надо договориться с администрацией зоны отчуждения, чтобы они дали разрешение, чтобы мы могли посетить зону отчуждения, как, то есть, как, я как просто, ну, волонтер, допустим, да. Вот. Мне самому интересно, что там будет происходить, ну и как бы часть это моей работы, да, я хочу принимать в этом участие. Ну, я думаю, многие гиды, у нас сейчас около 70-80 гидов примерно в среднем, не могу точно сказать. Вот. Я думаю, часть какая-то гидов тоже может присоединиться. Ми бачили, що ви знімаєте відеофільми, коли відвідуєте зону відчуження, де їх можна подивитися і хто цим займається? Ну, хотел бы сказать, что фильмами занимаются многие, но вот та группа людей, те волонтеры, с которыми я сотрудничаю, это группа с Польши на променевании ПЛ, зараженные ПЛ, так сказать. Их можно найти в Фейсбуке, у них есть свой сайт, да, там все детально, они расписывают чуть ли не каждый день, что они будут делать, как это будет происходить. Ну, конечно, под годовщину они тоже что-то подготовят 100%. Дякуємо вам за гарну розмову, дуже раді були знайомства та побачити вас знов в Славутичі. Вам дуже дякую, всього найкращого, будемо бачитися. Це баба сама нарубала дітки, сама, нарубала і на нас їла. Всього найкращого. Щоб ще на те годи ще приїхали до баби. Баба жила і вас... Будемо до пані Чоза, як це року? Чую, що де машина. О, до хлопці мої. Вам Бог помагав і вашим діткам, і сестрам, і родинам.